Всем привет! Сейчас мы покажем, как за 10 копеек купить пирожок в Макдаке. Лайфхак. Таким образом, можно питаться практически бесплатно, пока действуют акции. Все абсолютно легально. У нас есть 10 копеек, бывшие 1000 белорусских рублей. Здравствуйте, заказывайте. Добрый день, девушка. Будьте добры, одну влажную салфетку. Чисто? Да. Надо панель протереть. Ну, очень грязная в машине. Здравствуйте. Да, спасибо большое. Получаем свою влажную салфетку. Получаем свой купон. Аккуратненько выезжаем. И, друзья, вы знаете, куда мы едем снова? Правда? Добрый день. А подскажите, пожалуйста, мы вот у вас 10 минут назад покупали салфетку, но мы ее, к сожалению, потеряли влажную. Можно, пожалуйста, еще одну влажную салфетку? Одну. Еще одну влажную салфетку? Да, одну влажную салфетку. И все, только влажная салфетка. Подготовьте 10 копеек, как новую. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, у вас просто влажная салфетка? Да, естественно. У нас просто влажная салфетка. Мы ту уже использовали, поэтому нам нужна новая. Не протерлась вся панель, не хватает салфетки. Извините, одну секунду. Мы бы хотели получить акционный пирожок. Приятного аппетита, ждем вас. Да, спасибо, погодите одну секунду. Можно еще, пожалуйста? Еще три. Мы, как видите, уже не первый раз это проворачиваем. Новый купончик. Мы еще продолжим. Да, спасибо большое. Скоро увидимся. Ну что, в любой бизнес-модели всегда надо подводить итоги. Собственно говоря, затраты 5000 рублей или 50 копеек. Результаты 4 пирожка и еще один купон на бесплатный. Как вы видите, эту схему можно проворачивать сколько угодно до 30 или 31 августа 2016 года. Enjoy!